Здравствуйте, меня зовут Роман Бевзенко. В моей новой лекции, которую можно посмотреть на видеоконсультант, мы будем обсуждать проблему перевода российского реестра прав на недвижимое имущество в технологии блокчейн. Я попытаюсь показать, в чем преимущество блокчейн-технологии в этой сфере и как изменится то материальное право, которое регулирует оборот недвижимости в связи с этими информационными подвижками. Надеюсь, всем будет интересно.